Пилат говорит им: «Что же я сделаю с Иисусом, называемым Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Евангелие от Матфея, 27 глава, 22-23 стих. «Я застыл у подножья креста, где висишь ты, распятый в крови, где над злом вознеслась доброта, а над смертью бессмертие любви. Ты за что обречен умирать? Ты, создавший вселенную всю, дай мне, Боже, постичь и понять беспримерную жертву Твою. Дай запомнить святые слова, их конечный спасительный смысл. За меня, за земного червя, Царь царей отдает свою жизнь. Ты до дна свою чашу испил, на себя взял тяжелый мой грех. За спасение, что ты совершил, я тебе благодарен навек. Оттого мне важнее всего посвятить себя цели одной, чтить и славить тебя одного и до смерти идти за тобой. Аминь».